что, друзья, засаливаем овощи. Начинаю я с капусты. Ошпариваю в кипятке. Где-то вот минутки 3. И достаю. Если большой качан, средний качан на 2 части, большой качан я вот на 4 части делаю. А маленькие качанчики можно вообще целиком. Пока у меня ошпаривается капуста, я потихоньку чищу. Ну вот следующим этапом у меня будет чистка цветной капусты. И разрезаю ее на кусочки. После чего мы ее тоже будем ошпаривать. Если она немножко желтизной и все такое, это ничего страшного. Когда ошпариваем, она становится намного красивее, белее, светлее. Вот. Я вам примерно сейчас покажу. Смотрите, вот так отрывается. Это очень большие кусочки. Еще вот так вот. Вот на такие кусочки желательно. Вот. Режете. И откладываем. Потом это будем ошпаривать. Всю цветную капусту мы сейчас вот так. На такие вот кусочки разрезаем. Самое вкусное здесь будет цветная капуста. Ее обожают все. Вот. Ну вот я цветную капусту порезала. Теперь буду его в кипятке ошпаривать так же, как и капусту. Тоже на 3 минутки оставляем, а потом вылавливаем их оттуда. Если кто не знал, у меня чеснок, смотрите, очень мелкий. Это просто, я не знаю, с ума сойти его чистить. Заливайте кипятком, и он уже сам по себе вон очищается, его уже чистить не надо. Просто все показывать не буду, но факт в том, что все, он уже вон, видите, сам чистится. Вот теперь все, что нам надо, готово. Лавровый лист, чеснок, перец горошек, перец черный, перец красный. Так, зелень, сельдерей. Сельдерей тоже надо ошпаривать кипятком. Ну вот сейчас, смотрите, буду показывать. По очереди рядами складываем. Капуста пошла. Капусточку я положила туда. Вот морковки вот так кидаю. Укропчика. Чесночка. Цветной капусты. У меня тут перчики. Если можно было бы больше, но я тут перец вообще забыла для вкуса. Так, сельдерей. Сельдерей добавляйте, не бойтесь, он придает очень вкусный аромат солености. И сам сельдерей потом в соленом виде очень вкусный. Так, смотрите, теперь перец в горошек. Вот так вот сыплю. Красный перец. Черного перца. Ну, мы любим острое. Вы там на свой вкус будете сыпать, как хотите. Лавровый лист. Так. Огурчики я уже проколола вилкой. Потом просто вот это вот все
все повторяем. Капуста, конечно, я маловато что-то купила. Ну, потом куплю, добавлю она. Ничего страшного. Все равно будет вкусненько. Потом, смотрите, размешиваете на 10 литров воды и килограмм соли крупной. Перемешала я и залила все сюда. Вот оно у меня залило. Сейчас что мне надо делать? Я просто ставлю вот такую вот крышку на изнанку. Сюда сейчас что-нибудь тяжелое положу. Вот, помыла такой камушек, положила. Видите, уже осела. Через день-два еще больше осядет, и все это будет полностью в воде. Вот. Очень вкусно получается. Можно 2-3 месяца, если в холодное место покушать. А если хотите просто по-быстрому место, местечко потеплее ставите и быстренько все это съедать.